В Риже рекордное число повзрослевших сирот получили ключи от квартир в новом восьмиэтажном доме на улице Фрунзе, построенном в рамках губернаторской программы по обеспечению жильем детей-сирот. 64 из них на днях стали новоселами. Берегите новые квартиры, потому как это ваш стартовый капитал, который через несколько лет станет вашей собственностью и поможет двигаться дальше по жизни, улучшая жилищные условия, сообщила новоселам руководитель фонда жилищного строительства Оксана Вохминцева, вручив ключи от новой жизни в доме, который обошелся региональному бюджету в 132 миллиона рублей. По уверению застройщика, в Риже жилье такого качества и внешнего вида еще не строилось. Это эксклюзив. На этапе возведения к дому на Фрунзе 9 даже была проложена отдельная теплотрасса. Квартира светлая, прекрасный вид из окон и планировка просто супер, заявила одна из новоселов Елена Лисицына, переступив порог своей новой квартиры. Дом практически в центре города. Из окон открываются прекрасные виды, сообщил глава Рижевского округа Иван Карташов. И добавил, что на днях он был в этом доме, смотрел квартиры. Хорошая отделка, заезжай и живи. Чиновница из управления соцполитики Любовь Пичугина на торжествах по случаю вручения ключей заявила о том, что в Риже нынешнее заселение самое большое за все время существования госпрограммы. К слову, в этом году фонд жилищного строительства в разных муниципалитетах области вручил повзрослевшим сиротам ключи от 510 квартир.